Уникальному для Дальнего Востока, да и для всей России предприятию исполнилось 15 лет. Истфарм – завод по производству инфузионных растворов, который располагается в Уссурийске, единственный не только в Приморье, но и во всем дальневосточном регионе. За 15 лет работы продукция компании потеснила европейские препараты на российском рынке и взамен предложила потребителям качественные лекарственные средства отечественного производства. Истфарм завод, который работает последние 5 лет на импортозамещении. Препараты, которые последние годы Истфарма выводит на рынок, на самом деле до этого в России никто и не производил. И фактически вся страна будет получать эти препараты из Уссурийска. На сегодняшний день группа компании «Фармасинтез», в том числе завод «Истфарм», занимается разработкой и производством современных высококачественных, а главное доступных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-СПИД, онкология, сахарный диабет, гепатит и заболевания крови. «Фармасинтез» активно участвует в государственной программе импортозамещения. «Истфарма» имеет самый большой ассортимент продуктов. Продуктовый портфель «Истфармы» занимает первое место фактически сегодня в стране. Но вот что касается нового проекта, тоже это 100% импортозамещение. Я более чем уверен, что компания «Истфарма» подрастет на несколько порядков к 2020 году. Во всяком случае, я надеюсь вас всех увидеть в 20-летии компании, да? И к этому времени компания будет совсем на другом уровне развития. Президент компании Пуния Викрам Синг видит миссию «Фармасинтеза» в производстве доступных и качественных лекарственных препаратов. Именно поэтому совсем недавно прошла его встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, на которой обсуждалась возможность импортозамещения дорогостоящих препаратов для лечения серьезных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, гепатит, онкология и сахарный диабет. Понимаете, вот вопрос-то в чем? Почему я обратился, значит, к президенту с этим вопросом? Потому что вот кто-то заболел, значит, да, гепатитом С. Когда человеку говорят, что это будет 6 миллионов рублей стоить, государственной программы нет, ну, тяжело. Ну, собрать 6 миллионов рублей для среднего человека, как бы, да, это тяжелая тема. А 60 тысяч рублей найдут, да, для того, чтобы вылечиться. Также «Истфарм» планирует начать уникальный социально важный проект – производить препараты для парентерального питания. Это внутривенное питание, которое необходимо людям, находящимся в коме или остром постоперационном периоде, которые не могут принимать пищу самостоятельно. В настоящее время в России можно приобрести только зарубежные подобные средства. Почему я вам говорю, значит, в общем, да, как бы, деньги, конечно, в бизнесе надо зарабатывать. Но наша работа действительно, значит, без всякого привлечения вам говорю, похожа на определенную миссию. Когда мы должны создавать условия, должны делать так, чтобы лекарственные препараты действительно были доступными. Причем лекарственные препараты высокого качества для всех пациентов, вот, для всей системы здравоохранения. Вот, собственно говоря, это наша миссия, значит, в общем, этим мы занимаемся. Дмитрий Каплун, Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.